На базе профессионального педагогического колледжа города Каспийска состоялся круглый стол «Встреча с работодателем», в рамках которого выпускники учебного заведения получили информацию о предприятиях, ознакомились с их основной деятельностью, а также перспективами развития и многим другим. Сегодня как никогда обращается огромное внимание именно в этом направлении, так как у нас процент трудоустройства год за годом повышаем, поэтому поставлена задача, что 60% и более, чтобы было трудоустройство выпускников. Сегодня мы собрали все те предприятия и организации, которые сотрудничают с нами. Это заводы имени Гаджиева, Дагдизель, торгового оборудования, а также строительные компании. Представители предприятий рассказали студентам 3-го и 4-го курсов о требованиях, которые предъявляются к будущим специалистам, а также об условиях, созданных для своих работников. Мы вам предоставляем официальное трудоустройство. Мы вам предоставляем заработную плату в виде комиссионных. То есть у вас нет потолка. Нет потолка. Вы приходите к нам, можете приходить уже после учебы, можете во время учебы, я понимаю, есть свободное время, вот подойдете к Саиду, с ним переговорите, он вам объяснит, как вы можете начать работать. То есть мы готовы принимать молодых специалистов. Отметим, что круглый стол прошел в интерактивном формате, где ребята активно задавали все интересующие их вопросы. В свою очередь, сотрудники организации постарались дать студентам максимально полный и информативный ответ.